Мстислав Ростропович, великий музыкант, обладатель самых престижных наград и премий, всемирно известный меценат и борец за права человека. Его родители – профессиональные музыканты. Отец Леопольд Ростропович – известный виолончелист. Мать Софья Федотова – пианистка. Первое фото – футляр от виолончели, которая служила ему детской кроваткой. С 4 лет Ростропович играл на фортепиано, а с 8 отец стал учить его игре на виолончели. Впервые на сцене Слава выступил в 12 лет в сопровождении симфонического оркестра. Уже в 16 лет Ростропович поступил в консерваторию. В 18 выиграл золотую медаль 3-го всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве. А еще через 2 года получил первую премию на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге. Для Ростроповича писали музыку самые великие композиторы 20 века. И он был ее первым исполнителем. В течение 26 лет Мстислав Ростропович преподавал в Московской консерватории. У него была удивительная способность точно определять, что нужно каждому. «Музыка зажигает факел добра и может переустроить, усовершенствовать мир», — говорил Ростропович. Обо всем этом и не только. В книге «Мстислав Ростропович. Композитор. Учитель. Легенда». Элизабет Уилсон в своей книге делится собственными воспоминаниями, рассказами других студентов и многочисленными интервью с Ростроповичем.